Всем привет, с вами Лагус, и сегодня мы будем продолжать наш летсплей «Хардкорное приключение». Сейчас к нам Скайка должна будет зайти, если, конечно, успеет там не зайдет. Ты что, заходишь? Вот, она уже заходит, вот, она уже зашла, тут скин себе поменяла. Вот. Так. Я вот сейчас думаю, надо сходить к нам, мне в пещеру, ну и что-нибудь поделать. О, Скайка у нас, как обычно, будет просто бегать и что-нибудь там делать, пищу добывать, например. Ну вот, лучше, чтобы она там пищу добывала для своего работника. Так, ну сейчас... Я пойду искать пещерку, тут у нас неизведано ничего за две серии. Ну, так-то их было три, одна не записалась, но будем считать, что две. Ничего тут не следовали, я тут нашел уже барашка, который мне так давно, нам уже да, так давно был нужен, чтобы нормально спать могли. И вот у нас здесь третья, наконец. А ты чё за мной бежал? Иди, кушать, ищи. Я тебе кровать делать буду. Ты наконец-то поспишь. Или, ну мы наконец-то поспим. И мы ждать не будем долго. И серии из-за этого прерывать не будем. Так, что там есть дерево? Вот. Строй. На тебе кровать. Иди строй, если хочешь. А я пойду в шахту. В пещерку, короче. В шахту. И не наблюдаю точно. Думаю, пора покушать. Да. А у нас тут за этим, за дремучим лесом, поляна. Большая и красивая. Тут что вообще есть? Чё? Это что за мной бегаешь? Я сейчас в шахту пойду, а там много этих злых. И что у меня есть? Тогда добыть немножко досок, ну, как деревья. Пошли. Так ты дерево поруби, я забыл, что нам уголь нужен. Поруби дерево один кусок. Ладно, иди там умирай со своим кожаным шлемом. А ты куда? В пещеру собираюсь, у меня фуфелов нет. Тогда сделаем немного другим способом это все. Есть палочки? Есть палочки деревянные что-нибудь? Да. Положи вот туда вниз. Там, чтобы у нас уголь появился. Только смотри, чтобы у нас это не случилось. Да. Положим. А, вот. Спасибо. Сейчас положим. Ой, мне кажется, этого не хватит. А, не хватит вроде. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Даже двух палочек хватило. И как раз... Пойдем в темные пещеры. О, я уже железо нашел. Первое железо. Я буду защищать тебя. Угу. Так, уголь. О, уголь, что ли? Да? Да. Реда? Ты мне не врёшь? У меня такая яркость, что я ничего не вижу. Вон. Где? Как в реальной жизни ничего не вижу.
угля нам нужно много, потому что сейчас у нас его очень мало. Главное сейчас не перебрать там за 15 минут, а то у меня просто не... О, железо. А то у меня просто видео разрешит не тут говорить. Ну и просто все. Что ж скушали? Нету ни одного. Тут уже все. Кончилась пещерка. Там же другая. Вот сейчас, наверное, в другую полазим. Там, наверное, выйдет под минуток 10. Может уже заканчивать. Пора я вообще. Свет. В прошлый раз последнее видео там думал, что ничего этого. Все уже там за 15 минут. А на самом деле прошло всего 5 минут. Ну тут уже, наверное, побольше. Я забыл дерево. Да выходи, выходи. Все равно нам надо где-то дерево искать, чтобы сделать факела. Я умерла. Пойдем исследовать пещеры. Она очень короткая. Ну просто посмотрите, что. Вон продолжение, что говоришь, короткое. Дальше там. Вот, там еще и вверх. Ой. Аккуратно, там вообще могла быть пропасть, что-то такая глубокая, что-то. Погоди, что-то там остается. О, уголь. 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 Опа. Убивай его, убивай. Иди сюда, мелкий. Ой, я знаю, что... Пока что защищай меня. Ой, это Кира меня бьет, я же тебе говорю, защищай меня. Кира, залазь, короче, ко мне вот сюда, я сейчас закроюсь. Ой, ты... Что я... Спокойно, сейчас я тут закупорился немножко. Сейчас проверим, если тут этот команда на сохранение вещей на всякий случай. Нет, тут вот этой команды. Ладно. Будем сражаться. Если нас убьют, если нас убьют. Заново развиваться мне не придется. Ну, все равно же хардкорные приключения. Спавнер! Нам туда еще рановато, мне кажется. Туда, мне кажется, очень еще рановато. Беги! Я защищаю. Тут их много, Кира. Помогай! Я тебя убил, слышишь? Так ты там рядом стоишь вообще. Я же их бью, чтобы они до нас еще не дошли. Все, меня убили. У меня какой-то... Ой, какой-то... Все, меня убили там. Идем обратно? Да. Конечно же, идем обратно. О, паучок. Что ж мы сделаем? Вот, там у нас там столько ресурсов осталось. Ой, мне кажется, мы и не дойдем до туда. Ой, мне тоже кажется, я отдыхаю. Ой, чё ж меня так залагало-то сильно? А, меня бьёт. А у меня залагало сильно. Нет. В следующий раз, наверное, если мы увидим такие вещи, надо точно закрываться будет, короче, что-то не буду. А ты сам сломал нашу крепость. Вещи, наверное, уже исчезли. Да, они исчезают за 5 минут, и чё? А прошло меньше минуты, я уже дошёл. Но там стоит зомби. Ну, вещи исчезли. Не, а, они прям под ним. Мне надо от него как-то избавиться. Да Кира, ты иди, я сейчас опять тебя бить буду. О, у меня меч. На, получай. О, Сейчас я тебе отдам, надо отсюда валить, а то мы опять вещи потеряем. И еще.
Опять сюда возвращаться придется. Зачем ты камень? Я его не ставил сюда. Быстрее поставь его туда, он сейчас сейчас нам еще эти набегут. Так, вот не легче было шерсть поставить. Ладно, пошли. У меня же ничего нет. Забирайте. А, это уже тут. Пошли домой. А мне так верну, когда домой дойдем. Не бей меня. Это тебе за то, что не отдаешь мне вещи. А я сейчас тебя так глупцами. Потому что ты тут, ну, тебя тут лучше сейчас умри просто, и ты дома появишься. А я тут добегу как-нибудь аккуратненько. Ну сейчас вещи вот мы спасли, думаю, вот тут надо монетирую и заканчивать. Сейчас. Подожди. Кто же у нас стекло выбил, скажи мне, пожалуйста. Не знаю. Вот оно. Я нашел его в сундуке. Я сейчас верну тебе все твои вещи, они будут в сундуке. Это вроде твое, и это точно твое, и это твое, это твои палки твои. Вот камушек один вроде. Да, ну вот я тут даже переоделся за зомби упала. Ну вот, на этом нам надо заканчивать. Всем удачи и всем пока. Прощайся со зрителями. Эй! Прощайся со зрителями. Ладно, заканчиваем.